И как ты туда намоешься? Угу. А что? Вот здесь вот эта вот территория, видите, она вся в грязи. Вот здесь это готова парковка. Конечно. Сколько машин, которые не могут заехать, поставить. Это вот тоже самая проблема для IT-лицея. То есть родители, которые приезжают, оставляют детей здесь, угу. они некуда машины ставить. Они прям вдоль вот этой двухполосной ставят. Бросают, да. Здесь и дети бегают сами, и родители бегают. То есть вообще страшно. Я говорю, не дай бог завтра, чтобы какой-то исход не был. Угу. Конечно, не хотелось бы, но оно к этому вот почти идет, потому что в действительности вообще никаких условий нет. Вот здесь могли чем-то закидать и парковки сделать, чтобы аккуратно могли заехать машины. А КСК есть? Те же родители. КСК у нас есть, Алтен, да. Они, в принципе, по мере возможности как бы свои эти выполняют функции. А ты, пожалуйста, скинь номер их, ладно? Может быть... Позвоним им и договоримся, чтобы они каким-то образом организовали подсыпку.